В Десногорске в полную силу начался отопительный сезон. Процедура пуска тепла в жилой фонд традиционно заняла несколько дней и успела завершиться к первому ощутимому похолоданию. Бригады МУП ККП включили отопление в 96 домах Десногорска, на это у них ушло 5 дней, с 12 по 16 октября. При этом старт отопительного сезона – это финал продолжительных работ, которые начинаются задолго до холодов. В течение лета велись работы по подготовке к осенней зимней нагрузке. То есть система отопления промывались, подвергались гидравлическим испытаниям, проверки на прочность и плотность трубопроводов. При этом фактическое включение оборудования не всегда означает мгновенную подачу тепла. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные наладочные работы. В случае нехватки или проблем, которые будут возникать при включении системы отопления, это может быть и разукомплектование, допустим, оборудования или течь батарей, или может быть какие-то освещения на трубопроводах внутренних уже непосредственно в квартирах, необходимо срочно обращаться в АДС, это диспетчерскую службу. Телефон 72224. Отопление обычно подается при среднесуточной температуре 8 градусов тепла. В этом же году батареи стали теплыми раньше срока. Например, 12 октября среднесуточная температура в Десногорске была около 14 градусов тепла. Решение о включении отопления на Смоленщине принял глава области Алексей Островский из-за сложной эпидемиологической ситуации.